Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Мы с вами продолжаем рассмотрение проекта Glitzcoin. Итак, блокчейн в алмазной отрасли. Блокчейн в целом достаточно сложное и комплексное понятие. Но в двух словах можно сказать, что оно состоит из множества узлов, и каждый узел очень важен для правильного функционирования системы. Все транзакции, инициированные на одном узле, также обновляются на каждом другом. Технически этот вид распределенных данных создает базу, в которой почти невозможно изменить существующие данные или взломать ее. Технология блокчейн в контексте алмазной отрасли выглядит следующим образом. Продавец алмазов загружает данные, коррелирующие с его сертифицированными алмазами, в блокчейн. И подробная информация о каждом алмазе записывается сразу на всех узлах. Защищенная от несанкционированного доступа, запись становится видимой для всех членов блокчейн. Любой потенциальный покупатель может ее увидеть, таким образом не имея дела с посредниками и покупая напрямую у продавца. Как профессионалы, так и новички будут иметь возможность покупать алмазы непосредственно у продавца, тем самым избавляясь от многих посредников, брокеров, комиссионных агентов, да и прочей шелухи, которая в настоящее время доминирует в этой отрасли. А продавцы смогут получить доступ к рынкам, которые ранее были им недоступны. Вот такие вот особенности у данного проекта, дорогие друзья. В следующем видео мы более подробно рассматриваем проект, а на этом все. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.